Титан мог каким-то образом взорваться, так и не достигнув дна. Позднее в прессе появилось еще множество замечаний к безопасности батискафа компании Ocean Gate. Этот новаторский в своем роде подводный аппарат Титан, который обещал всем туристам уникальную возможность посетить глубинные места Титаника, оказался источником серьезных проблем безопасности и дизайна, сообщили пассажиры репортерам.